Участники предвыборной кампании от Республиканской партии призывают своих сторонников принять участие в обсуждении кандидата на президентский пост и последующем голосовании, несмотря на установившиеся в штате сильные морозы. Из-за снежной бури республиканцам, претендующим на выдвижение в качестве кандидата в президенты от партии, пришлось отменить несколько политических мероприятий. Согласно опросу общественного мнения, с большим отрывом в Айове лидирует экс-президент США Дональд Трамп. Голоса за него готовы отдать примерно 48% однопартийцев. Его основные конкуренты – бывший постпред США при ООН Ники Хейли и губернатор Флориды Рон ДеСантис – скорее всего будут бороться лишь за второе место. Уровень их поддержки, согласно опросу, 20% и 16% соответственно. Рейтинги остальных кандидатов, включая бизнесмена Вивека Рамасвами, не превышают 10%. Трамп настолько опережает своих соперников, что в случае его победы в Айове и Нью-Гэмпшире трудно представить себе, что может помешать ему получить номинацию, пишут американские СМИ.